пробить как следует. Риджиналду. Передача на Зенева. Снова Риджиналду и удар! 2-2! Горняки счет сравнивают при помощи легионера Шахтера, который не так давно в команде находится, но уже третий мяч он свой забивает в текущем сезоне. До этого дубль оформлял ворота Кокштовского Окжитпеса. Посмотрите, как вовремя ему сделал передачу Зенев. Там игрок Ахтубия пытался помешать, но удар Риджиналду был безупречным и не берущимся для голкипера Ахтубия Мухамбета Дамабая. Поражает он ближний угол, хотя, в принципе, кипер